Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии «Всем на свете нужен дом», который приурочен к Дню бездомных животных. Оно проводится ежегодно в третью субботу августа. Впервые эта дата была утверждена в 1992 году Международным обществом прав животных. В России эта дата ведет отсчет с 2000 года. А вот на территории Мордовии мероприятие было впервые проведено в 2016 году на территории Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея совместно с благотворительным фондом «Пушистое сердце». Главные его участники – это животные, которые оказались на улице по вине своих прошлых нерадивых хозяев. Но благодаря замечательным людям, участникам благотворительного фонда «Пушистое сердце», они вновь получили шанс на новую жизнь. Жизнь с миской, наполненной кормом, и хозяевами, ценящими маленькую четвероногую жизнь.